Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в чемоданочку на сервер Mirror Replay, 4 серия. У них здесь легенда под буль. Не забывайте вводить по ним регистрации. И также специальным отличкам есть промокод. Пишите MN, выбирайте 10 пункт промокод и пишите вот такой вот промокод KGAME. Как только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Обязательно вводите мой промокод. Короче, мы сегодня будем работать в дорожной службе, будем ремонтировать дороги, пацаны. Кто, как я, отремонтирует дороги в нашей области, короче, да. Так, давайте возьмем какую-то из этих машин, я думаю, разницы по-любому нету, но нужно, я думаю, переодеться и начать работу. Я уже приехал, устроился там, я думаю, все понимают, где нужно устраиваться, это, я думаю, все понятно. Так, берем машину, давайте любую, в принципе, без разницы. У нас это вот такие вот газельки. Так, теперь нам нужно подъехать, я так понял, на склад и взять материалы какие-то. Да? Ну, я так понял, скорее всего, да. Ну, заезжаем. Все. Количество инструментов 250 у нас инструментов. И мы можем ехать чинить дороги. В принципе, давайте, как только я доеду, мы уже продолжим. Ну что ж, вот я, в принципе, доехал. Давайте припаркуем наш автомобиль, чтобы он никому не мешал. Включаем аварийку, чтобы нас было видно. И глушим двигатель. Все. Отлично. Теперь берем, я так понял, инструменты. Вот их здесь можно взять. Так, я взял. И теперь мы идем сюда, я так понял. Да. Вот. И мы ремонтируем дорогу. Я думаю, весь процесс не стоит показывать, потому что это так понятно. Просто, когда я уже отремонтирую ее полностью, потрачу инструменты, я вам все покажу. Итак, я почти закончил, работа вообще не сложная, просто подходите, вам даже ничего нажимать не нужно. Подошли сзади к машине, у вас взялись инструменты, подошли к этому месту, и вы сами начинаете работать. Вообще трудного ничего нет, но довольно-таки скучно. Хочу вам признаться, да, это скучно работать, но вам зато сразу пишется сумма, которую вы заработали. Это довольно-таки круто. Сейчас вы, я думаю, этого увидите. Вы увидите плюс 65 рублей. Вот, подошли, ничего не нажимаем, подошли обратно, все, работаем. Думаю, еще одну ходку сделаем, но надо будет заехать похавать. Все, я поел, пацаны. Кстати, забыл сказать, эта работа доступна с третьего уровня. Если что, кто захочет работать, она доступна с третьего уровня. У вас должны быть права, в принципе, да и все, больше вам ничего не нужно. Так, давайте ремень пристегнем, потому что разбиться не очень бы хотелось. Все, у меня закончились, получается, инструменты, и мне нужно ехать обратно на склад, где мы брали эту машину, и загрузиться снова и возвращаться сюда же, я думаю. Бля, какие-то ебланы меня подрезали, просто замечательно. Блин, реально бесит такие люди. Кстати, видите, у меня тачка разбита, это не я ее разбил. Это я ехал через мост в Арзамас, и навстречу ехала, по встречке ехала три, короче, эскалейда, и все три меня врезались, блядь, просто замечательно, реально. Ну что ж, вот я доехал до базы, давайте сейчас обратно загрузимся этими инструментами и вернемся на то место, заработаем еще денежек. Все, мы загрузились, быстро едем назад и закончим нашу работу. Я так понял, нужно будет сделать 4 ходки, чтобы полностью убрать вот ту дорогу испорченную, в принципе, да. Но я думаю, сейчас последнюю ходочку сделаем и уже посмотрим, сколько нам заплатят. Ну что ж, вот я и закончил второй подход. Мы сделали дорогу наполовину, в принципе. Я думаю, это нормально. Полностью мы ее делать не будем. Теперь давайте поедем, посмотрим, сколько же нам заплатят денег. Ну что ж, вот я, в принципе, приехал. Теперь мы можем завершать спокойно работу. Нажимаем «Да». И мы заработали всего лишь 1300 рублей. Это довольно-таки мало, но, по сути, работа несложная. Если ездить вдвоем, то сможете быстрее делать дороги и, скорее всего, больше зарабатывать. Но это не точно, это чисто мое мнение. Мне работа понравилась. Если с кем-то, повторюсь, работать, будет довольно-таки интересно. Ну а так, самому довольно-таки скучно. Дорогу полностью не сделал, потому что не вижу в этом смысла. Я сделал 2 подхода. То есть, если мы полностью сделали дорогу, я бы заработал. Работал бы 6600 рублей. Я думаю, разница небольшая. Все, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.